И снова всем привет, друзья! С вами, как всегда, Шиморо, и добро пожаловать в Сабнатику. Эх, как давно меня не было в Сабнатике, друзья. Как давно я не снимал сезоны в Сабнатике, как давно не смотрел на обновления. И, наконец, у нас появилось новое обновление, которое ввело нам какую-то даже сюжетную историю, насколько я понял. И очень многие ребята просили меня посмотреть на игру. Соответственно, давайте посмотрим и сделаем свои выводы. Нажимаем кнопочка «Новая игра», как всегда, по традиции, ребята. Выбираем хардкорный режим. Кстати, в мае, год назад ровно, да, я снимал свой большой сезон выживания. Это было год назад, друзья, представляете, примерно, насколько я помню. Давайте нажмем хардкорный режим и посмотрим, что же все-таки нам навводили такого разработчики и насколько это классно реализовано. Блин, знаете, когда захожу в Сабнатику, для меня это лично воспоминание. Не знаю, немногие, наверное, остались на канале с того момента. Хотя фиг его знает. Напишите мне, ребята, если вы были со мной с тех времен, остались точнее. Давайте посмотрим, что здесь происходит. Ух ты, вот этого не было. Ребята, это, видимо, те события, которые произошли на Авроре, да, в момент падения корабля. Да, посмотрите. Ой-ой-ой-ой, это корабль отлетает. Охренеть. Охренеть. Так. Что за фигня? Мы входим в атмосферу, видимо, с вами, ребята. Все это произошло в космосе. Сейчас мы входим в атмосферу на своей спасательной капсуле. И нас прибивает в лицо куском металла. Так, хорошо. Пожар. Блин, этого всего не было, друзья. Этого всего не было. Ух ты, крутая анимация, очень круто сделана. Так, хорошо. Наш главный герой, значит, очухивается. Так, 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 так. Огнетушитель, огонь. Правой кнопкой мышки использовать огнетушитель. Давайте попробуем потушить всю эту дичь, которая здесь, ребята, произошла. Посмотрите, как все подгорает у нас жёстенько. Так, мы тушим огонь, хорошо. И что дальше? Ага, планшет. Тот самый планшет. Загрузка в аварийном режиме. Блин, этого всего не было, друзья. Это безумно интересно. Давайте взглянем. Офигеть. Аж захотелось новый сезон начать, но я не думаю, что его кто-то будет смотреть. А фиг его знает. Но что-то как-то я соскучился. Итак, что мы имеем? На чертежи здесь, да, в планшете изменили очень много всего. Грависфера, трентентентен, то есть очень много всего. Лазерный резак добавился, какой-то сварочный аппарат, ребята. Ух ты, а много-много всего. Дистилляционный костюм. Для удержания, перерабатывания и повторного использования влаги тела. А, ну это было, да. Это, соответственно, чтобы мы могли пить свой пот, дорогие друзья, или то, что пописаем, соответственно. Так, изготовление предметов все точно так же у нас происходит. Еда, вода у нас теперь слева, ну так и было, в принципе, но это все изменили немножечко графически. Поврежденный коммуникационный передатчик. Используйте сварочный аппарат для ремонта. Среда. Неизвестная океаническая планета. Кислородно-азотная атмосфера. Загрязненность воды высокая. Так, здесь у нас что? Аптечечку мы с вами получили, да? Здесь у нас что? Здесь у нас есть сигнальная ракета, фильтрованная вода и питательный батончик. Давайте мы еду переведем сюда, наверное, да? И, соответственно, посмотрим, что у нас наверху. Давайте вылезем. Офигеть. Офигеть, а море-то изменилось, ребят, посмотрите, море теперь выглядит совсем так по-другому, скажем так. Так, видим себя. Ну, давайте нырнем, ребята, давайте нырнем, посмотрим, что нам здесь нужно. Баллон нам, огнетушитель нужен? Не нужен. Итак, кислород у нас уходит. Собираем всякое говнище, которое у нас здесь валяется. Вот это, то, грибки нам нужны. Я вообще не помню, ребята, ничего из крафта. Блин. Изменилось. Рыбы стали по-другому. Посмотрите, красивее плавать. Значительно красивее, ребята. Офигеть. Вот это атмосфера. Да, игруха стала очень атмосферной. Очень. Давайте рыбку возьмем, пожарим, что ли. Вот из нее воду можно сделать, насколько я помню. Так, new creature discovered. Может, кого-нибудь баллоном, огнетушителем пригреть, я не знаю. Может быть, получится. Здесь какая-то херня плавает. Так, что нам нужно? Давайте посмотрим. Так, у нас есть фрагмент. Фрагмент, прошу прощения, морского глайдера. Я его не могу сейчас взять. А рыбку душить могу. Давайте смотреть, ребята, давайте смотреть. Что нам нужно сейчас собрать со дна океана, чтобы мы могли это использовать, соответственно, в наших целях хоть как-то.
хоть каким-то образом. Давайте забираем стекло. Кварц, точнее, это нам нужно. Да, чудовище обновили. Да все обновили, ребята. Давайте рыбку пожарим, сходим. А, ребята, анимации обновлены. Я вижу, графические части очень много коснулось изменений. А, соответственно, блин, очень круто, очень круто. Давайте смотреть, что будет дальше. А, теперь мы заходим вот таким вот образом, да? Я хочу, например, пожарить. Давайте пожарим рыбку. Так. Так, хорошо. Рыбку я хочу скушать. Вот, я ее кушаю, соответственно, и собираю все, что мне нужно. На стул у меня не работает, мне нужен сварочный аппарат, видимо. Давайте сейчас посмотрим, ребята, что нам нужно по предметам в первую очередь. Наверное, нам нужны ласты, нам нужна силиконовая резина. Силиконовая резина делается из семян водорослей и, соответственно, стекло. Стекло нам не нужно сейчас, титан, силиконовая резина. Давайте попробуем добыть силиконовую резину. Семян водорослей. Интересно, я решил поставить вот на русский, посмотреть, каким образом у нас здесь... получится с русским языком. Давайте попробуем найти сейчас водоросли и, соответственно, из них уже что-то сделать. Грибов я немножечко наберу. Значит, грибков мы возьмем с вами. Синяя пальма здесь. Здесь куча металла валяется. В общем-то, в принципе, здесь много всего валяется. Это радует. Да, водоросли стали другими. Да, все стало другими. Водоросли, ребята, нужен нож. Очевидно, что нам нужен нож. Давайте я всплыву немножко, чтобы дышать, да? Нам нужен ножик, чтобы срезать это все, да? Титан и силиконовая резина. Подождите, нет, значит, это не так делается. Гроздь семян водорослей, синтетические волокна. Эх, надо было русский не переключать, ребята. Надо было не переключать. Давайте вот это посмотрим. Так, титан мы с вами получаем. Но срезать я, к сожалению, водоросли, видите, не могу. То есть, скорее всего, где-то что-то другое у меня здесь должно быть. Что я должен буду собрать? Здесь у нас очень много фрагментов. Фрагменты я тоже не могу просто так взять и использовать. Вот эти рыбки очень опасные. Давайте всплывем немножко. Давайте всплывем немножко. Корабль наш также обозначается. Так, хорошо. Свинец. Свинца не было. Там, вон, смотрите, рыба дергает металл, ребята. Тенс. Бешено как-то она дергает. Давайте соберем стекло. Давайте соберем вот здесь кристалл соли. Водоросли. Вьющаяся водоросль, видите? То есть здесь ничего не могу взять. Гроздь семян водоросли. Что это за херня? Ух ты! Вот этого я не видел даже. Такого не было тоже, друзья. Эти контейнеры пустые, да? Это, видимо, груз, который перевозила как раз Аврора. Наш корабль, с которого мы эвакуировались. И очевидно, что здесь должен быть хоть один контейнер, который я смогу вскрыть, насколько я понимаю. Может быть, мы здесь сможем какое-то оборудование найти? Хрен его знает. Оборудование какое-то здесь есть? Что-нибудь. Что-нибудь, что могло бы мне пригодиться. Видите, здесь есть сумочка, но я ее открыть никак не могу. Так, здесь я лишь песок взял, да? А здесь у нас... чипсы, ребята, да? Не ожидал я увидеть в Сабнатике чипсы, но тем не менее. Может быть, стоит лучше осмотреться потом здесь. Блин, ребята, очень много новых изменений в игре, так что очень тяжело понять, что мне сейчас... Так, маленький, рыбочка моя хорошая. Так, хорошо, я понял тебя. Рыбочка моя, заячка моя любимая. Давай, я тебя поймаю. Вот так вот, ой, как хорошо. Вот эти штуки нам не нужны сейчас. Это поплавок, ребята, если его отпустить, да, то он может, в принципе, поднять с собой любую херню, ребята. Даже металлические какие-нибудь наши конструкции, которые мы с вами будем строить, например, да. Не конструкции, я имею в виду глайдеры и так далее. Вот это что такое? Синяя пальма, ребята, какая-то. Грибки мы собираем. Так, здесь. Здесь я ничего не могу сделать без ножика, да? Красное, коралловое, что-то там. Здесь у нас идет что-то там. Тик-тик-тик. Ладно, это я соберу, чтобы у меня это было. Синяя пальма, вьющийся водоросль. А это кто такие? Это что за херня? Этого тоже не было! Друзья, ни хрена себе обновление у нас в игре. Так, давайте всплывем, потому что нужно следить за кислородом. Рыбку я сейчас поджарю. Там у нас кто-то рычит, наступает ночь потихонечку. А нам нужно, ребята, что-то с этим делать, нам нужен силикон срочно. Давайте металлический лист возьму, да? У меня много всего, в принципе.
Стекло переработаем тоже. Стекло всегда важно. А, кристаллы соли нужны для того, чтобы заготавливать рыбу подольше. Это я помню, да? А, кораллы и так далее. Но нет ничего, чем бы я мог собрать как раз вот эти самые водоросли, которые мне нужны. Хрен его знает, друзья, хрен его знает. Что-то совсем забыл. Ну, видите, что значит долго не играть, поэтому совсем забывается. Но мы уже увидели с вами новую рыбу, новое начало. Много всего интересного, насколько я понял, да? Так, идем вот сюда. А, давайте мы, кстати, посмотрим. Вот, силикона, гроздь, семян, водоросли. Стекло можем сделать с вами. Давайте, пусть будет у нас стекло. Титан, металлолом. Ну, титан пускай будет. Классно, классно, классно реализовано стало так. Дополнительные синтетические волокна, уран, бензол. Тоже этого не было, друзья. А, здесь у нас медная проволока теперь так выглядит, компьютерные чипы и, в принципе, все довольно понятно. Здесь я могу обработанную рыбку сделать. Меня куда-то несет лодку. Вы видите, да, у нас движение какое-то идет постоянное. Так, давайте сделаем вот так вот. Активируем слот. Деактивируем слот, просто съедаем ее. Она у нас жареная теперь. У меня еще, кстати, есть питательный батончик, так что первое время выжить я смогу, в принципе. Давайте посмотрим, что нам необходимо. Нам нужны ласты, для ласт нужен силикон. Гроздь семян водорослей. Какая-то херня, ребята, я вообще не помню, каким образом это делается. Большой аквариум здесь у нас есть. Так. Батарея, алмаз, нож, силиконовая резина. Вот к силиконовой резине нам нужно подобраться. Для этого нужен гроздь семян водорослей. Что за херня, непонятно. Приветствие, справка. Вот, кстати, тоже нововведение у нас. Защитный костюм и так далее. А размер чего? Фотоальбом. Размер фотографий, видимо, которых я здесь делаю, да? Угу. Аврора должна будет скоро взорваться, кстати говоря. О, а что это у нас? Постоянно аптечки появляются, что ли, регулярно? Или это глюк был? Хрен его знает. Фонарика у нас никакого нет, друзья, поэтому придется вот так... Ой, а в темноте-то тоже красиво сделано. Ой, красиво, ребята. Ну что за водоросли, ребята? Ни хрена не могу что-то допетрить, вспомнить. Ой, какая красота-то, ребята. Охренеть. Вот это я понимаю, преобразили сабнатику, ребята. Посмотрите на эти источники освещения вообще, насколько это все шикарно стало выглядеть. А, нет, игра была безусловно красивой и раньше, да, но не настолько красивой. Это 100%, что не настолько красивой. Поэтому тут такая тема, да, довольно интересно, довольно интересно. Блин, это не то. Копать песок. Копать песок — это не про нас, друзья. Поэтому нужно смотреть, что здесь еще есть. Где же гроздь семян водорослей-то найти, ёпта? Надо было, блин, в опциях указать английский язык. Давайте попробуем указать английский. Потому что зря я, наверное, русский поставил. Хотел для тех ребят, которые абсолютно не знакомы с игрой, поставить и показать, что у нас здесь получается по-русски. Давайте попробуем сделать настроечки. Отображение, монитор. И, к сожалению, мы ничего не можем с вами сделать, ребята. Мы ничего не можем с вами, к сожалению, сделать здесь в опциях. Фу-фу-фу. Батончики, сигнальная ракета. Давайте переложим сразу. Титан, свинец. Давайте мы титанчик переложим. Стекло переложим, которое нам не нужно. Кристаллы соли оставляю. Это оставляю, в принципе, все хорошо. Но вот гроздь семян водорослей, ребята, меня пугает. Как это выглядит? Ладно, не будем сейчас на этом заостряться. В общем, мы сейчас сделаем еще еды, потому что персонаж довольно голодный у нас. Хочет хавать постоянно. Давайте сделаем вот таким вот образом. Попить пока ему не сильно хочется. С грибами тоже что-то у нас связано, что-то завязано. Очень важный элемент в крафте, насколько я помню. Поэтому здесь нужно просто посмотреть. Черт подери, кварц. Помню, я по кварцу страдал. Помню, я по многим вещам страдал в этой игре. То, что мне нужно. А это что? Это песок тоже. Мне просто ощущение, что они наводили очень много всего. И как бы, ну вот, фиолетовое, коралловое, что-то там. Пластинчатый коралл. Ну, понятно, это тоже все элементы, ребята, крафтинга. Но вот водоросли, что-то мне непонятно. Это что за херня? Вот это что? Еще одна капсула! Охренеть! Этого тоже не было! Посмотрите, это же еще одна капсула, друзья.
Как в нее? Так, здесь что-то может быть. В этой капсуле явно что-то может быть. Это просто перевернутая капсула. Это тоже нововведение, друзья. Она просто декоративная. Рядом с нашей капсулой, ребята, выпало. Что-то могло из нее вылететь, нет? Что-то должно же быть здесь. Может быть, кто-то еще выжил? Или выжил только я, опять же? Охренеть, ребята, охренеть, конечно. Наводили, конечно, ребята, это очень круто. Гроздь семян водорослей я так и не нашел пока. А вон они! Вот эти, что ли, штукенцы, ребята, висячки? Подождите, это не то, это не может быть тем. Не может быть, чтобы силикон делался из висячек. Да! Ребята, это что-то новое. Теперь делается силикон из этого, я понял. Я понял теперь, как видите, а раньше этого не было, поэтому для меня это реально нововведение. Пришлось довольно далеко, ребята, отплыть от нашего с вами корабля, чтобы этим заняться. Зато мы найдем уже первое оборудование и сможем с ним хоть как-то взаимодействовать, соответственно. Поработать, чтобы у нас все было прекрасно в этом плане. Ладно, давайте смотреть. Блин! Блин, ребята, это великолепно. Я обожаю. Мне нравится это обновление. Раньше, конечно, я очень сильно увлекался Сабнатикой. Прошло время, и я перестал этим делать. Да и ребятам уже стало неинтересно. Вот сейчас вот хрен его знает. Вот силиконовую резиночку я сейчас и запихуячу, ребята. Запихуячу силиконовую резиночку, которая нам очень сильно нужна. Поэтому давайте сделаем здесь силиконовую резинку, силиконовую резинку. Теперь нам нужно будет изготовить очень важные материалы. Соответственно, наши очень важные материалы это... Это ласты. Превращай так, это ласты нам нужны, да? И нам нужен нож. Блин, нам нужна еще одна силиконовая резина, потому что... Нет, давайте я, наверное, ласты не буду делать первым, а все-таки я сделаю то, что мне реально нужно. А реально нужен мне нож, ребята. Причем очень сильно нужен нож. Почему я сделать нож не могу? Вопрос... А, титан. Давайте я возьму титан. Мы берем кусочек титанчика, который нам так очень сильно нужен был. Выпиваем, кстати, водичку. И теперь, соответственно, мы можем уже поработать над ножом. Ласты, конечно, дадут нам быструю скорость передвижения. Это очень важно. Теперь мы сделаем, соответственно, нож был необходим человеческой расе примерно 2,5 миллиона лет назад. Рекомендуется иметь при себе хотя бы один. Да, это я понимаю. На первый слот делаем так. Аптечку мы на всякий случай сделаем. А, аптечку так нельзя сделать, да? И здесь отрегулировать это никак нельзя. Ну, в общем, нож у меня есть, ребята. Вот такой вот у нас. Ножецкий. Ножецким теперь мы можем обрабатывать все, что угодно, да? Ну, теперь, пока у нас день, я рекомендую нам с вами, ребята, отправиться точно туда же. Где мы с вами нашли много богатого материала, который вот этот вот грозди. Сейчас мы тоже заберем, сделаем ласты. И, соответственно, наш выживальщик уже будет готов к чему-то серьезному. Иди ко мне, рыбка. Рыбку всегда нужно ловить, потому что это всегда источник питания. Базу мы пока строить с вами не будем. Да и вообще, ребята, если вы хотите сезон по выживанию в Сабнатике, я с удовольствием поснимаю. Даже не знаю, даже просто вот для себя. Я понимаю, что... Кому-то это будет интересно очень, а кому-то это будет неинтересно. Так. Скоро взорвется, что ли, Аврора? 1 километр безопасное расстояние. Ребята, скоро будет взрыв. Вы посмотрите, как сделана вода, друзья. Посмотрите на это все вообще. Но это великолепно. Тут ничего не сказать. Игра великолепно выглядит. Вот это вот вода, посмотрите, это все круто очень. Это великолепно. Это просто да. Иди сюда, я скажу тебе да. Так. Делаем силикон еще один. И, соответственно, теперь мы сможем с вами сварганить хоть какие-то ласты. А ласты требуются нам для, соответственно, быстрого плавания, ребята. Превращает вертикальное движение конечности под водой в прямую тягу. Переводит, точнее, да? Вот еще одна гроздь у нас есть. Далее, что теперь нам нужно, ребята? Давайте взглянем, что теперь нам нужно. А нужно нам до хрена всего. Портативный спектроскопический сканер для записи информации атомарного уровня от целевых объектов. Фу, сколько всякого говна.
Хлорка применяется для санобработки. Магний. Этого я тоже не видел, ребята, уже. Батарея, медная руда. А, бензол, как баночка с мочой, дорогие друзья, да? А, баллон! Титан и стекло! Титан и стекло нам нужен для баллона, чтобы увеличить, соответственно, кислород, да? А, стекло мы сейчас понаделаем, в принципе. Стекло это не будет нашей большой проблемой, я думаю, стекла у нас много. И, по-моему, титана у нас в большом количестве есть. Да, баллончик тоже нам нужен обязательно. Он занимает место в инвентаре, но это, конечно же, обязаловка. А потом антирадиационный костюм нам понадобится с вами, друзья, насколько я понимаю. Итак, что нам нужно? Нам нужен баллон. Да, мы уже можем скрафтить с вами баллон, и наш водолаз уже будет чувствовать себя значительно увереннее, получается, да? Забираем кислородный баллон. Так. Так, кислородный баллон. Позволяет дышать под водой на 60 секунд дольше. У нас теперь 105 запас. И теперь я, в принципе, могу делать все, что угодно, ребята, под водой. Это очень радует. Нам нужен насечатое волокно и свинец X2. У нас есть только один свинец. Но также нам понадобится стекло и... А вот еще что нам нужно, ребята. Нам еще с вами обязательно понадобится... Мы же будем строить базу, да, если будем выживать. Компьютерный чип и батарея. Вот что нам нужно, ребята. Компьютерный чип, а вот что это за кусочек говнеца? Взять яйцо существа? What the fuck вообще? Ребята, тоже нововведение. Охренеть, обновили Сабнатику. Охренеть, спасибо большое, разработчики. Спасибо, разработчики. Так. Образец обычного коралла. Для батарейки я не помню, что нам конкретно нужно. По-моему, нам тоже нужен будет силикон. Поэтому сейчас режим выживания у нас совсем другой получается, друзья. Совсем другой режим выживания в игре. То есть, очень много дел. Очень много дел нужно делать в Сабнатике, чтобы выживать. Этот сезон я хотел бы начать. Не знаю, ребята. Все зависит от вас. Пишите мне обязательно. Вот, ребята, кто хочет, реально, напишите хоть что-нибудь. Я понимаю, что многие ребята не смотрят. Ой, не смотрят. Которые смотрят, ничего не пишут. Ну, хотя бы, я не знаю, плюсик напишите. Если это вам не сложно, конечно. Ну а мы, соответственно, продолжим уже на следующей серии. Может быть, у вас уже есть опыт выживания, вы дадите мне какой-то совет, что лучше сделать первым. Но моя задача сейчас сделать первым вот этот инструмент. Для этого мне нужно, соответственно, будет сделать батарею. Здесь нам нужна будет медная руда. Батарею нужна будет и, соответственно, компьютерный чип, который изготавливается из большого количества различного говнеца. Серебряная руда, образец коралловой плиты и так далее. А, ну то есть, много чего нам нужно. Да, ребята, спасибо вам огромное, как всегда, за ваш просмотр. Сейчас я водички, ребята, сделаю, надо водички сделать. Надо сделать воды. Сделаем сейчас водички, та бутылка по-другому стала выглядеть. Вот, спасибо вам огромное, как всегда, за просмотр, за ваши лайки. Ну а с вами был Шиморо, Сабнатика стала нереально крутой и интересной. Мы увидимся с вами на следующем видео, я желаю вам удачи и... The central dark matter reactor Что? Will reach a supercritical state in T minus 10, 9, Что? 8, О, господи! 7, Интересно, они что-нибудь обновили 5, в этом? 4, 3, Ребята, если вы хотите новый сезон, не забывайте поставить лайк. Ну а с вами был Шиморо, как я сказал прежде, и мы увидимся на следующем видео. Всем пока и удачи!